Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Yarn Today Rogue. Так, ну что, нам нужно 8, ребята, звездочек еще получить для того, чтобы нам поднять уровень. Поэтому давай начнем опять же с простеньких. Что у нас тут? Да, ребят, я хотел же копить на горючий, точно. Поэтому пока не трогаем. И давай посмотрим, какие у нас будут сегодня задания. 8 звезд. В принципе, это не так уж и много. Сколько мы там с тобой можем получить? Так, пройти 15 комнат, нанести критического урона и вылечиться за один забег. Ну, в принципе, это нам... Ну, нам это под силу. Давай так вот сделаем. Да, блин. Вращающаяся фигня. Возьмем эхо. Мне бы что-нибудь такое с критом связанное получить бы. Это было бы неплохо. Скорострельность. Давай двойной магазин возьмем. Иди нафиг. Пошел ты. Да блин, ну и чего? На крит ничего не дают, к сожалению. Ну, может быть, мы крит и так с тобой получим урон. Так, тихо-тихо-тихо, ребятушки. Отвалите от меня все. Но разбомбили. Давай ядерные отходы возьмем. Пускай они там горят. Опа. А с какого... Да иди ты, блин, в пень. Как вот, как меня они бесят эти... На роликах зомбарихи бесевые. Слов нету. Да ядрен матрен. Ну давай после убийства скорость стрельбы увеличим. Уйди от меня. Ой-ой-ой. Так, я вылечился, ребят, за один забег. Первое задание у нас выполнено. О, хорош. Плакат дали. А, плакат, по-моему, как раз повышает крит урон. Ой, тихо. Давай флакон. Да почему он, гаденыш, дает по одной всего? Очень редко, ребят, дает по две. Очень редко дает нам две штуки. Отвали нафиг от меня. Давай возьмем кинетический мусор, пускай крутится возле нас. Кинетический мусор. Биологический мусор, ну. Так, погоди. Все, что ли? Что так быстро? О, шанс крит. Это хорошо, ребят. Просто в мясо всех. Ага. Так, ну, друзья мои, мы прошли... Ну, подожди-ка, мы что-то с тобой два задания уже, что ли, выполнили? Вылечиться, да, нанести... Слушай, ну, немножко осталось нам. Друзья, немножечко нам осталось для нанесения критического урона. Ну вот и сам посуди, сколько мы с тобой получим звездочек. Сколько там? Только здесь, ребята, мы получим 5 звезд. А нам нужно 8 для повышения уровня. Плюс 2 задания бесплатных мы с тобой получим. Ну, за рекламу, естественно, ребят. Возможно, сегодня мы поднимем уровень. Пушка, вали нафиг. Давай, пускай они горят со временем. Тут доллары. Это нам ничего остального не нужно. Так.
просто изично зашел и всех запинал моментально. По красоте. Ну, давай возьмем с тобой ранец, чтобы нам была возможность летать. Так, здесь шанс крит. Что дает нам, друзья мои, шанс быстрее выполнить это задание. А вот и ребята выполнили это задание. То есть, сам понимаешь, да? 5 звездочек у нас в кармане. Дают опять мало деталей. Ну, давай увеличим скорость. Увеличим скорость движения. Так, ай. Никчемный босс. Сгорел на работе, парнишка, сгорел. Ну что, самое главное, что мы... Ну ладно, смотри, сколько. Три. Мало, мало. Но меня это не интересует. Меня это интересует, что мы с тобой выполнили задание. Выстрели из оружия 300 раз за один забег. Сейчас я получу, ребят, еще два задания. Так, ну что, друзья мои, вот они все задания, которые нам дали. Начни забег с шлемом. Уничтожить 100 коробок и выстрелить из оружия 300 раз. Блин. А как я вот начну, интересно мне знать, со шлемом забег? Это какова вероятность, что тебе дадут шлем? Мизерная, ребят, вероятность. Адреналин дали мне. Окей. Давай возьмем горячую картошку. Так. Ну давай возьмем наземные лазеры. Так, нам нужно с тобой еще, не забывай, 100 коробок уничтожить. А для этого нам... А что нам для этого понадобится? Нам нужно либо кинетический мусор найти, либо... либо сапоги, ребята, которые при приземлении создают взрывную волну. Потому что... А какие еще способы у нас есть? Я не знаю, какие еще у нас могут быть способы. Да их, по-моему, и нету. Ой, ой. Пушку эту не увидел. Со шлемом. Ну, это надо начинать забег, ребят. А не просто получить его где-то там в середине или в конце битвы. Вот, друзья мои, кинетический мусор. Как раз то, что нам нужно для уничтожения ящика. Ой! Ёб красоты. Босс так великолепно приземлился, там присел на горшок. Нам дали баксы. Чё, так быстро, что ли? Ну, давай бензин возьмем. Ящики вот эти вот. Угу, угу. Нормально. Так, прекрасно. Ящики ломаются. Задание выполняется. Давай жидкий азот возьму. Да, левелап сегодня мы сделаем.
Но сколько левелапов нужно, ребят, потому что... Ай-яй-яй. Сколько там нам нужно таких левелапов сделать, чтобы... Чтобы нам хотя бы, ну, хоть как-то, ребята, выживать в том уровне. В жестком уровне. Который я вчера пытался пройти, так и не получилось. У меня ни шиша. Ну, ты сам видишь, там труба полнейшая. Ну, давай возьмем эхо-магазин. Ящики, ящики, бомби. Так, мне нужны ящики. А их нету здесь больше, да? Их больше здесь нету. Ну, давай. Ой. Ребят, завязывайте. Завязывайте давайте с этими своими приколами. Да ну нафиг. Опа. Мини-босс. Мини-босс. Доигрался? Балалайшник. Давай воздушный лазер возьмем. Воздушные, наземные. Нам дают опять доллары только лишь. Все что ли? Ну тут конечно да. Тут у нас все получилось. Сколько ящиков-то еще нужно, я не могу понять. А ну-ка давай посмотрим. Со шлемом, ребята, все-таки шлем взял, значит все нормально. Значит это канает. Я думал, что... Нормально, ребят. Остаются только ящики. Все, коробки сломались. И последнее, это что нам? Выстрел. Выстрел за один забег. 300 раз, у нас 252. Я думаю, выполним. А что не выполним-то? Так, ящики нам больше не нужны. Угу, да-да-да, конечно, ага. Держи карман шире, парень. Держи карман шире. Да ядрен матрен. Подожди, а почему это у меня... А куда шлем-то у меня делся с головы? Я что-то не понял. А шлем-то куда делся? Эй, а что за приколы-то? Ребят, что за прикол? Куда шлем мой делся? Не понял я все-таки юмора. А шлем... Куда-то мой шлем исчез. Ни с того, блин, ни с сего. Увеличит размер черной дыры. И еще сильнее замедляем противников. Ай, тут этот червяк. Зомби-червь. Но... Да, конечно. У нас с тобой защита есть, так что этот червяк он не страшен вовсе. Единственное, что у нас нет вот с тобой какого-нибудь подгорания, знаешь, чтобы он горел постоянно. Он что-то там пыхтит, 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 но ничего у него не получается. Ну все, кранты тебе. Ну что, друзья мои, левел ап. Готовимся. Тюнь-тюнь-тюнь. Прекрасно. Так, мы получаем уровень. О, даже как. Спасибо.
Нормально. У нас есть еще, ребята, возможность посмотреть рекламу. 15 уровень. 20 золотых. Ну что же. Фига себе там апгрейды стоят. Ху-ху-ху-ху. Да. Недешево, друзья мои, стоят апгрейды. Следующий через 2 уровня. То есть на 17 уровне. Так, тачка. Вот что я хотел сделать, да, друзья мои. Все, все, что было накоплено, потратил. Пойду-ка я, наверное, прокачусь чуть-чуть. По идее, должен, ребята, проехать немножечко дальше. Дальше обычного. Ой-ой-ой. Давай-давай, заезжай. Ну, в лужу опять, да? Да, этой лужи никак, ребята, не сбежать, походу, дела. Вот, здесь я не был. Опа, на... Ай, заезжай. Да едь ты, господи, сколько этого хлама там. Блин, мне хочется, ребята, пройти этот уровень. Нет, буста пишет. И горючий хочет. Прикинь, чуть-чуть, друзья, мне хватило. Совсем маленечко, блин. Как же так-то? Как же так? Чего-то, блин, не хватает нам. Чего-то нам не хватает. Для этого нужно прорваться сквозь зомби-ящики. Давай возьмем, наверное. Пила, дробовик. Ну, в принципе, тоже неплохо было бы. Опа. Оу-е, 6400. Открываем. Ай, быстрый магазин. Быстрый магазин. Так, сапоги. 25. Ну, друзья мои, на самом деле я хочу накопить себе на эпический ящик. Я буду золото копить. Там 2700 нужно на эпический ящик. Немало, не спорю. А золотых-то сколько тут тратится, ребята? Ой-ой-ой. Точнее, не золотых, а денег. Так. Блин, у нас только 2 токена. А, что, а сколько, сколько нам нужно... 4, да? 4, у меня только лишь 2. Блин. Мне нужно еще 2, ну тут жестко. Может быть, а мы... Подожди. А мы пробовали вот здесь пройти, заросшие канализации, ребят? Рикошет, давай-ка попробуем. Может быть, все-таки вот здесь осилим. Кстати, надо будет еще взять задание. Так, что у нас там? Пока ничего, надо глянуть. Так, ну что, друзья мои, вот у нас 2 задания на, получается, 5 звезд. Это будет у нас 8 звездочек в совокупности. Ага, горячая картошечка. Ну, конечно, 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 блин. Крыса вонючая, ты где там? Давай грибы, наверное, возьмем. Не хватает урона. Вот урона не хватает катастрофически, друзья. Давай, двойной магазин. Ой-ой-ой, крысу не увидел. И вот начинается это горение. Блин. Вот постоянно, ребят, забывай про эту фиговину. Ну, бесит аж прям.
Постоянно я про них забываю и постоянно, ребят, встреваю. Ну что, уже половина хп нету. Уже, ребят, половина хп нету. Что это у зомби за вот это вот броня, что ли, показано? Минус 10, что это такое? Или наоборот у них они с броней усиленные, непонятно. Так, давай вот этот. Да блин, один всего лишь пауэрапчик дали. Так, ну здесь придется смотреть нам. Да. Угу. Так, 15 к скорострельности. Ну... скорострельности, это, ребят, хорошо. Что-то как-то... А ты засранец мелкий, ты стоял там все-таки, блин, пройдоха, а? Стоял, ни о чем не думал, и тут он решил вдруг... Выпендриться, выпендрился. А, давай вот это еще раз. Так, шанс оглушить врага. И... Ага, 100% с низким здоровьем. 100% шанс крита. Как же меня вот это раздражает, а? Если бы только знал. Ну, да господи, блин, я даже здесь, ребят, не могу. Не могу я здесь с ними. Фига себе, а, с какого нафиг? Да куда я даже не вижу? Ядрен, матрен, ну да. Пипец, блин, даже... Вляпался все. Ну давай еще буст возьмем. Еще два. Так, шанс оглушения нам дали. И что еще? Временно увеличит скорость стрельбы. Да твою налево. Все, что можно, поймал, ребят. Да все, мне хана. У меня есть одно оживление бесплатное. Давай, сматывайся отсюда. Ишь, урона. Я про урон тебе говорил? Да, говорил. Вот его, его как раз-то и не хватает. Ну еще и зомби здесь психи. Да я просто, ну, ловим все, что... Все, что можно и нельзя. Давай баскетбол. Эх, баскетбол. И ведь все равно вот попал, а? Все равно ведь попал. А что ты так шустро летаешь-то, дрон? Блин, вылез, вылез. Ну это пипец, ребят. Это трэш. Все, что можно, нахватал. Все, что можно и нельзя. Пипец. Давай реактивный ранец. Ни грибочка, ни шишочка, да? Конечно, тут грибочки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да зомби проклятый, да сдохните вы, а?
Ну и где? Вон гриб есть. Ну что он там, он 21 хпшку, ребята, прибавляет. Всего лишь 21 хпшку прибавляет. Че, берем лечение тогда. Угу, атака 10%. Пипец, хотел перепрыгнуть. Перепрыгнешь ты тут, пожалуй, ага. Ауч, ауч. Где там так говно? Вон оно. Есть. Расколбасили. Тогда и гриб. Сожрать. Ну что еще за фризы, блин? Нормально. Все, опять, ребят, наполучал, блин. Давай эту фигню вольнем. И... ауч. Давай грибы, наверное, ребят. Хотелось, конечно, мне взять пробирку эту. Ага. Да пошли вы. Где они там? Есть. Ну, со здоровьем, конечно, вообще. Хе-хе, беда бедовая. А голова садовая. Еще и лазер. Лазер, бочки. Пипец. Давай ее уничтожим. Оу-оу-оу. Прыгнул, называется. Прыгнула, там бочка, ребят. Ой. А это все, это, наверное, кронтарики, друзья мои. Посмотри, что тут происходит. Да ну какой, ну как, ну тут вообще. Не, ребят, ну ты. Ну что за бред? Что за бред, как я там должен все это сделать, а? Какую-то фигню делают на самом деле. Вообще невозможно пройти. Просто нереально, ребят. Туфли, блин, конечно, спасибо. Вот, ребят, хочу за 270. Потому что тут гарантированно как минимум одно эпическое оборудование. Мне нужна эпическая пушка. Я потому что чувствую, что без нее мне, друзья, ничегошеньки не светит. Так, что мы тут можем с тобой сделать? Если прокачать. А колеса что дают? Увеличивает сцепление за руку, в гору. В гору. Зомби режет для поддержания скорости. Наверное, поддерживать будем скорость. Ну что, ребят, еще разочек прокатимся. Поехали. Может быть. Что-то, мне кажется, как-то фуфлово я поехал. Ну, где ты тут видишь, чтобы для поддержания скорости? Давай ты заезжай. Ну, ёп. Пипец. Еле едет.
Все, ребят, горючие. Я пытаюсь. Ну, последний марш, бросок-то сделаешь ты. Ни буста, блин, не хватило. Давай еще разок. Давай еще разок. Попробуем. Блин, надо было вниз упасть, а? Так, подожди. Все равно вот в вот, воду как. Давай заезжай. И все равно вниз, блин. И все равно в эту долбанную в низину падаешь, а? Ну что, он даже заехать не мог, ну тут... А тут элемент не подобрал, а. Да все, ребят, горючий опять. Буста нет. Твою налево, ну не хватает капельку. Ну не хватает чуть-чуть буквально. Ну ты что ты будешь делать? Что опять не так? Что ему не хватает, а? Ну, колеса, ну, может быть, колеса, да, в гору, чтобы ехать лучше. Ну что, друзья мои, на сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!